Всем привет! И сегодня мы будем играть в Китолёт. Я не знаю, почему я решила поиграть в эту игру, но просто решила так. Я тут прокачалась, но так и не научилась играть. Поэтому здесь как бы... Что? Я никогда не видела, что прячется за привидением. А там какая-то голая девушка. Или парень, чего это? О, у меня есть акваланг, это очень крутая штучка. Я, в принципе, в это... Ну, я недавно скачала эту игру, в которой играли уже даже динозавры. Но ничего страшного, просто мне нечего снять. И поэтому я решила снять Китолёт. Поэтому как раз-таки сейчас мы играем в эту игру. Что ж, я тут пока что, ну, вроде бы нормально. Я уже почти что набила 1000, 1000 метров. Но не знаю, чем мне это поможет. Короче, я тут уже, как видите, дошла до этого, господи, как там его, космоса. Но мне закончились пончики, блин. У меня есть акваланг, в принципе. Я надеюсь, он мне чем-то поможет. У меня есть один пончик, но... лучше вот так вот подождать. Все равно я хочу под воду погрузиться, потому что там тоже можно пончики заработать. Ладно, потратим мой единственный пончик. Я и мое везение. Я не буду их тратить. Ладно, один раз потрачу. Это было не зря. Так, смотрите, у меня, короче, тут скинчик. Этого вампирёныша. Я еще не заметила, у меня есть бабка-зинка. Бабочка, короче, у меня на шее. Я даже не заметила, как я ее получила. Честно. Но мы все равно продули. Но я уже немножко научилась играть. Потому что у меня все это время... я мало так доходила, типа у меня было 1000 расстояние, там, может быть, вообще 600, потому что я немного отвлекалась. А сейчас прям хорошо. Мы, конечно, не можем ничего купить, но я вам хочу показать, что у меня, собственно, есть. Почему-то все самые лучшие апгрейды, вот я не знаю почему, они были в начале. В конце начинают такие, знаете, не очень эти апгрейды. Сейчас я вам покажу, какие мне нравятся апгрейды, а какие мне не нравятся, которые, в принципе, мне ничем не помогают. Сейчас я показываю. Это у нас обезьянка. Мне очень нравится этот апгрейд. Он довольно, прям приятненький такой. То есть она себя отбрасывает вверх и прям далеко. Тут у нас идет денежка. Она тоже очень приятная. Я не помню, она вправо или наверх тебя несет, но она все равно очень крутая, тоже прям подбрасывает прям хорошо. Далее унитаз. Мне он нравится просто потому, что он хорошо тебя отбрасывает вправо. Но он мне все равно не так уж и нравится, но нормально. И далее самый лучший апгрейд, который прям в начале, лучше апгрейда, мне кажется, не будет, это акваланг. То есть если ты захватил акваланг, ты сможешь смело улететь под воду. Но я, кстати, под водой еще не научилась играть, но я думаю, ничего страшного. Далее у нас идет вот эта вот свинюшка, тоже хорошо отбрасывает. По-моему, она как раз-таки отбрасывает наверх. Мне очень нравится. И мне еще очень нравится спрайт. Я называю это спрайтом, не знаю, что это. Оно тоже хорошо отбрасывает, но оно отбрасывает вправо, не наверх. Но мне больше нравится, когда мне отбрасывает наверх, потому что я так могу дойти до новой локации. Ничего страшного. Что ж, давайте мы начнем следующий раунд.
Я и мое везение. Блин, а зачем я пончик-то потратить? Ну ладно. А, ну в принципе, вот смотрите, как меня хорошо отбросило. В принципе, знаете, еще хороший воздушный шар. Я просто про него немножечко забыла. Ну так, немножечко. Блин. Кстати, вот этот кот, я думала, у меня будет на башке кот сидеть. А у меня всего лишь ушки котика. Бабочка, мартышка на... Мартышка на шаре! Ого, тут апгрейдов всяких. Класс. Ну, не апгрейдов, а помогалок, но все равно классно. Я доходила до локации, которая идет после, вот как раз таки, после, как там, космоса, я опять забыла, как это называется, но там очень сложно, стоп, что там за зомби был, или мне показалось, мне, наверное, показалось. Это очень сложная локация, потому что когда я до нее добралась, там очень было мало облаков. И, ну, я побывала на облаках, но это меня ничем не спасло, я все равно упала вниз. А вот и сейчас я, может, тоже упаду вниз, но я захватила акваланг. Знаете, вот просто так уже как-то... классно. Просто... Быстро. Короче, эта штука, короче, делай так, чтобы ты не тратил пончики, но ты также мог наверх идти. Ну, типа, не тратив пончики, ты мог прыгать по небу. Как-то так, не знаю, как это объяснить. А вот я немножко сейчас подзабыла, что это делать, думаю, просто что произошло, а это, оказывается, было, что делать. Я котельник. прям так, я котельник. Но, кстати, я вот один раз оттолкнулась от своей ледышки. Не знаю. Смотрите, у меня есть 50 этих монет. Ну или что это? Я, если честно, до сих пор не поняла, что это. Мне немного наушник выпал. До сих пор не поняла, что это. Какая-то... Ладно, не будем думать об этом. А, какой? Что, подождите. Блин, я не посмотрела, что у меня там за рекорд был, но ладно, блин. Мы можем купить апгрейд. А вот, за 50. Но тут апгрейды почему-то все вот как-то... Вот это вообще на другой планете. Походу тут... Ладно, давайте мы купим... Так, это аксессуар. Я хочу вот этот аксессуар купить и посмотреть, что он делает. Это у нас под водой, поэтому я попытаюсь захватить акваланг и посмотреть, что за аксессуар я купила. Вот, мне кажется, он довольно крутой. Блин, вот эту пчелу я вообще ненавижу. Ладно, суша. Летим со всей скорости. И вот я прямо сейчас не увидела еще ни одного акваланга. Не знаю, был ли он, но я его... акваланг, ебой! Я схватила акваланг, и мы можем посмотреть, надеюсь, что можем посмотреть, какой апгрейд я купила. Ой, апгрейд, аксессуар. Какую штучку я купила. Так, ну, пока что тут просто без пончиков, без всего. Летаем по небу. О, господи, он рот открыл. Я инстасамка. Инстасвал. Я буду копить на эту. На подводную какашку. Чтоб там, вот, если там будет то, что я купила, чтобы я смогла это, чтобы я смогла это взять. Так, ну мы уже прям под водой окружаемся. Так, оп, и чё,
А, я стала Дедом Морозом! У-у-у! Так, ну мы забираем пончики, пончики, пончики. Так, все. Угу. Классно, я Дед Мороз, так еще и одноглазый. У меня есть акваланг. Одноглазый Дед Мороз. Одноглазый Дед Мороз. Что я здесь пою вообще? Так еще я губастый. Прикольно. Ну, блин, зря я пончик потратил. На эту фигню. Нет! Ну, короче, я сейчас наверняка... Ну, блин, что? Да, я умерла. Но я не, ну, вообще не могу никак побить свой рекорд. Мы можем купить что-то за 35. Но, наверное, мы это купим в следующем видео. Поэтому я с вами прощаюсь. Надеюсь, вам понравилось это видео. Если вам понравилось, то можете поставить лайк, подписаться на канал. Ну, а я с вами прощаюсь. Всем пока и удачного дня!